Программа капремонта на 30 лет вперед. Ее должны утвердить до конца года. Это прописано в законе, принятом Курской областной думой. Он предусматривает создание регионального фонда реформирования ЖКХ. Новая система вступит в силу в 2014-м, а пока утверждена адресная программа на текущий год. На капитальный ремонт выделено 136 миллионов рублей. Работы проведут в Курске, Льгове и Фатиже. Всего по адресной программе отремонтируют 31 здание. Нашему дому уже 50 лет. И, конечно, наш дом нуждается в капремонте. Нужно сделать и отремонтировать и канализацию, и крышу. И надо и подвалы отремонтировать.